Икра из свеклы не только вкусная закуска, она еще и отлично хранится в холодильнике, благодаря присутствию уксуса. Ее можно законсервировать, а можно просто держать в холодильнике под крышкой. Измельчите максимально мелко отварную свеклу. Добавьте специи и протушите 15 минут, икра в мультиварке готова. Удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте продукты, отварите свеклу до готовности, осудите, чтобы можно было взять в руки, очистите от кожуры. Отварную свеклу измельчите, это можно сделать теркой или комбайном. Икра должна быть максимально измельчена. Переложите свеклу в кастрюлю мультиварки, добавьте соль, сахар, масло и уксус. Тушите на режиме обычной 15 минут, икра готова. Приятного! Вкуснее тем, кто подпишется. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Свекла 0,5 кг, соль 1 чайная ложка, без сборки, уксус столовый 9%, 2 столовые ложки, сахар 75 грамм, перец черный молотый, 1 щепотка, масло рафинированное, 4 столовые ложки, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Надеюсь на скорую встречу на канале.